Всем привет! Сегодня будем разбираться с картинкой, на которой нужно выровнять цветовой баланс. Что значит выровнять цветовой баланс? Представьте, очень такая частая ситуация, когда приходишь куда-нибудь фоткать в помещение, где присутствуют лампы накаливания, но света не хватает и приходится использовать вспышку. И на фотографиях мы получаем, соответственно, такой эффект. То, что нам не подсветила вспышка, выглядит теплым желтоватым таким оттенком отдает. А то, что у нас в зоне действия вспышки, соответственно, белое. Либо если у нас баланс белого там сбился, будет таким голубоватым. Что в этом случае делают? Берут обычное пространство LAB и там это чинят. Я предлагаю все сделать в пространстве RGB и соблюсти, собственно говоря, принцип неразрушающей обработки в Photoshop. Не создавать никакие там промежуточные файлы, там что-то копировать. Все будем делать в слоях с использованием лутов, которые нам вот это пространство LAB проимитирует прямо в пространстве sRGB. Вот у меня картинка. Значит, это храм в пафосе. У нас есть освещение, которое дает теплый оттенок в самом храме. И есть открытые двери вот там впереди. И справа от меня была открыта дверь, через которую дневной свет попадает. И на переднем плане, на людях, на вот этой стене создается, соответственно, такой холодный оттенок. Хочется выровнять, то есть все, что вот здесь вот, и вот этих людей сделать потеплее. Ну и, собственно говоря, тут немного еще с балансом белого нужно пошаманить, потому что тут камера немножко неправильно его интерпретировала. Так, что делаем? Создаем корректирующий слой Color Lookup и подключаем сюда LUT, который нам сконвертирует из RGB в LAB. Хлоп, получается вот такая вот красотень. Что эта красотень нам делает? Эта красотень в каналы RGB переносит каналы LAB. То есть в Red у нас обычный Lightness, в Green канал A заносится, в Blue канал B заносится. Супер. Теперь берем и сюда заносим еще один LUT, который нам сконвертирует наше безобразие обратно из LAB в RGB. Вот такая вот картинка. То есть условно было, стало, да. Разница там есть, но она настолько мизерная, и которой можно, в общем, пожертвовать абсолютно спокойно. Дальше делаем такой фокус. Создаем корректирующий слой кривых между, соответственно, вот этими вот конвертациями, да. Лезем в канал Blue. То есть тот канал, который у нас, собственно говоря, умеет работать с температурой. И вот делаем маску, которая нам выделит то, что у нас холодным оттенком, и то, что у нас теплым оттенком. Окей. Выделили. Дальше что делаем? Смотрите, то есть у нас в канале Blue теперь вот такая вот масочка есть. Шикарно. Используем эту маску. Прямо же в эти кривые. Прямо же в эти кривые. Кидаем в маску канал B. Делаем вот так вот. Канал B. Заодно надо проинвертировать. Да, надо обязательно проинвертировать. Теперь мы возьмем кривые, сбросим. Вот такая тут кнопулька есть. И, собственно говоря, остается только зайти в канал B и немножко подтянуть кривую вверх. Смотрите на людей и на стену, которая слева. Видите, да? Изменяются только вот эти холодные оттенки. Мы их вот так раз подтянули. Отлично. Задача выполнена. Здесь еще с этой картинкой осталось немножко выровнять температуру.
вообще баланс белого в целом. Для этого я делаю такую штуку. Свожу, значит, картинку. Залажу фильтр Blue Average. Получившееся усредненное значение инвертирую. Так, вот давайте, чтобы у нас был не растровый слой, а мы сейчас возьмем и сделаем слой Solid Color. Это нам немножко уменьшит занимаемый размер файла. Соответственно, вот этого уже нам не нужно, можно это выкинуть. А вот эту красоту мы заносим в режиме оверлей. Но этот инвертированный average нам картинку немножко контрастит, да? Да даже не немножко, а контрастит. Что с этим делают? Так, давайте не слой. Опять-таки сделаем solid color. Solid color. И возьмем просто процентный серый и его в режим luminosity. Но нужно в режим не к осей картинки, соответственно, применить, да, а только к нашему вот этому нижнему solid color. То есть Ctrl Alt G. Вот, собственно говоря, все, вся премудрость. Единственное, имеет смысл сейчас, наверное, вот поиграться с непрозрачностью вот этого нашего автоматического баланса белого. Вот я бы вот так оставил. Вот, собственно говоря, давайте посмотрим. Было, стало. Было, стало. У кого остались вопросы, пишите ВКонтакте. Отвечу. Все, всем пока.